Велосипед, друзья мои, сегодня у нас на обзоре еще один электровелосипед Hi-Bike. Это моделька Hard 9 2.0 2018 года. Чем примечателен этот конкретно велосипед? Конкретно на нем есть очень интересная особенность. Это то, что установлена воздушная вилка. Это SR Suntour с воздушной камерой и гидравлическим локаутом. Это очень хороший плюс к этому велосипеду, учитывая то, что он имеет относительно невысокую цену. Но как бы для нашего рынка все равно это высокая цена, потому что это немецкий велосипед, это качественный, хороший электрический велосипед. Плюс к тому же на этом велосипеде установлена задняя перекидка на 11 скоростей от SRAM. То есть это хорошая, качественная, надежная трансмиссия на 11 передач. Впереди здесь одна звезда, одна скорость. Это облегчает конструкцию, делает ее, скажем так, более простой, надежной и легкой в эксплуатации, что тоже немаловажно. Итак, велосипед оборудован классическим уже, можно сказать, для хайбайка мотором Yamaha. Yamaha на 250 Вт, который выдает очень хорошие характеристики, очень хорошо себя зарекомендовал. Батарея литий-ионная также от Yamaha. Все это очень хорошо работает. Работает довольно-таки длительный период, то есть если использовать велосипед в режиме эко, то он позволяет вам проехать порядка 150 километров, что, в общем-то, очень хороший показатель. Велосипед, можно сказать, базовый, но в то же время уже обладает очень хорошими качественными показателями. Обода здесь сделаны специально под электрический велосипед. Это широкие 23-е обода, пистонированные. Хорошие усиленные колеса. Тормоза, естественно, гидравлические от Tektra. Качественные, надежные тормоза. Велосипед производит очень приятное впечатление. Цветовая гамма выбрана очень интересная. Оранжевый, серый и черный. Подседельный штырь имеет два болта, что облегчает его настройку. Если вам нужно настроить седло под углом, то это очень просто сделать с помощью двух болтов. Велосипед полностью алюминиевый, надежный, хороший, качественный. Всем, кому понравилась эта модель велосипеда, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, и вы еще узнаете очень много интересного про электровелосипеды. Мы только начинаем. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!